привет! Вы находитесь на самом модном канале Саня про дизайн. Саша! Всем привет! Вы находитесь на самом модном дизайнерском канале Таня про дизайн. Сейчас очень актуально стало использовать в своих интерьерах крупноформатный керамогранит. С ним реально получаются очень крутые интерьеры, однако возникает много вопросов. Сколько весит плита? Как ее перевозить? Как ее заносить в свою квартиру? Справятся ли с укладкой обычные плиточники или нужны специализированные мастера? В этом видео вы увидите все ответы на эти вопросы, а также процесс укладки крупноформатного керамогранита. Эту стену только что облицевали. Смотрите это видео до конца, я уверена, будет мега интересно. Задача была в этой а-ля ванной комнате положить крупноформатный керамогранит. Для этих целей я выбрала фабрику FMG, материал Max Fine. Это уникальный материал, который имеет 256 цветовых решений. Он морозостойкий, он не царапается. Его можно использовать для столешниц, для облицовки мебели, для дверей, положить в зимний сад. В общем, все возможные задачи он решает. Я взяла размер 3 метра на 1,5. Также пригласила компанию номер 1 по укладке крупноформатного керамогранита. Для того, чтобы показать вам весь процесс создания вот таких красивых стен. Также мы облицуем наш ресепшн тоже этим материалом. Саша! Саша! Твой выход! Александр – руководитель компании «Логика ремонта». Да. Он будет периодически комментировать процесс укладки. Еще что-нибудь интересное тоже прокомментирую. Ну да, расскажи секреты про укладку крупноформатного керамогранита. Для того, чтобы разгрузить такие большие плиты, нужен специальный инструмент. Он, к сожалению, есть не у всех строителей, потому что он дорогой. Я пригласила специально Сашу, потому что у Саши есть все. Он профессионал. Ответственность присутствует лично при разгрузке материала. Дабы избежать любых нюансов, возможных провокаций и всего остального. Одна плита весит 64 килограмма. Для того, чтобы ее донести правильно, грамотно, не разбив, нужно 4 человека как минимум, для того, чтобы ее поднять. Заранее, даже перед тем, как покупать эту плиту, вы посмотрите, возможно ли занести ее в вашу квартиру. В дом это понятно, гораздо проще, а вот в квартиру могут быть большие проблемы. Поэтому заранее посмотрите, чтобы не было вот так, как у моих клиентов произошло с подъемом ванны. Уголочки необходимы для того, чтобы не было сколов. Мы специально переносим с ними. Для того, чтобы плитку не разбить, ни один краешек, нужно обязательно что-нибудь подстилать под нее, пока она у вас стоит, хранится до момента выклейки. В данный момент мы будем заниматься резкой крупноформатного керамогранита. Лист размер 3 метра, линейка у нас 1,70 м, одна составляющая часть. Для того, чтобы разрезать большой лист, нам надо будет ее сейчас собрать. Ребята выставили линейку на исходную, зажимают крепеж. После этого ставится каретка с алмазным резом. Есть размер. Да, все. Все смотрим внимательно.
данной ситуации клей на стене горизонтально, на плите вертикально сделан для того, чтобы набрать слой и тем самым выровнять стену, которая сегодня, ну, у нас она готова процентов на 80, наверное, да, то есть она не была готова для укладки, поэтому мы сейчас ее тем самым еще и подготавливаем под свою укладку. Обычно он наносится... Обычно мы кладем его в одном направлении, если горизонтально на стене, то горизонтально на плите, если вертикально на стене, то вертикально на плите. Для того, чтобы вышел воздух, для да, для того, правильно? Чтобы, да, при вибрировании воздух выходил. Из этого видео я уверен, что вы поняли, как легко и просто работать с крупноформатным керамогранитом. Если ты профессионал. Подписывайтесь на канал, ставьте нам лайк, обязательно нажмите колокольчик для того, чтобы увидеть вторую серию нашего выпуска, где вот это помещение будет готово под ноль вместе с ванной. Да, в моем случае в свое время я когда-то клал плитку, пальцы, когда я вот брал клей, протирал, я вот так брал, об себя вытирал. Вот. Но я считаю, что я тогда был непрофессионал, и когда, ну, я вырос, у меня основным критерием... Чистота! Оценки профессионала – это чистота рабочего места, чистота внешний вид человека, ну и, соответственно, инструмент, чтобы он был тоже чистенький, аккуратный. Вот. Поэтому я прошу обратить внимание на чистоту, которая... остаются после парней наших. Саша, а скажи, ну кто у нас лингвиты? Я знаю, что в Москве, да. Ну, точнее, я не знаю никого в Москве, кто бы имел такой инструмент, как у тебя, мог разгружать вот эти вот огромные... Не, есть такой инструмент, компания Killer, да, они сейчас торгуют. Рекламу, что они, тебя не приплачивают? У компании Пип! Да, у компании Пип! Да не, конечно, на такой инструмент надо бабла много. Его можно купить в ипотеку, я расскажу как. В ипотеку? Но на самом деле плита тонкая, ее руками переносить нельзя, она была... Не, можно переносить, но это такой вот, ну, некий, знаешь, такие риски, это больше... Ну, как и в казино, ты когда приходишь, ты реально понимаешь, что ты все равно проиграешь, но получаешь удовольствие. Точно так же здесь. Точно так же здесь. Сколько стоит? 12-13 тысяч за квадрат. Так. А здесь 4,5 квадрат. Да. То есть лист стоит полтос, поэтому если у кого-то есть вот желание перенести его, ну, чем полтос. Ну, примерно 50 тысяч рублей. Чуть-чуть. Если у кого-то есть желание пощекотать себе нервы, там, получить удовольствие там, от 50 косарей порвать или бросить в огонь, то можно, в принципе, попарно, можно по 2-3 человека приезжать. Таня в торговый центр метр квадратный, который находится на Волгоградке. У кого будет желание, ну, по свои нервы подергать, можно приехать, попробовать его поносить туда-сюда. А дальше мы еще покажем, как его можно уложить, этот керамогранит, на стену. И вы будете, зная все секреты, в принципе, ну, не сидеть дома, можно тогда выходить, помогать людям, идти там много строек. Вот, как-то так. Заканчиваем. Да, мы обучим профессионалов, но для этого нужно будет купить весь еще инструмент. Да. Обучиться, попробовать, пойти к Саше в команду. Да, инструмент, ну, стоит, в принципе, ни много ни мало, ну, там, 500 000 рублей. Вот, я пожертвовал недвижимостью. На самом деле, друзья, наше видео, которое мы делаем, не включая нашу работу с Сашей, как видеооператоров, сценаристов и всего прочего, стоит 1 000 000 рублей.
потому что у нас на полмиллиона плитки с тобой, на полмиллиона инструмента, а да, еще эту укладку даже не вписываем. Это наши видео реально безумно дорогие. Мы с тобой миллионеры, Саша. Зашибись.